Магнитола. Она загружается, включается. Сейчас запущено радио. И как мы видим, если нажимать на продолжение поиска волны, у нас ничего не происходит. Это говорит о том, что ядро андроида не определило радио и не может с ним работать. Здесь одно из двух. Нет питания на FM-тюнере, либо нет связи с FM-тюнером. Ну, возможно, и третий вариант — это неисправен чип или пайка. Сам FM-тюнер у нас находится в этой части. По входящим ножкам я посмотрел, нету 5 вольт. Хотя на конденсаторе здесь есть 5 вольт. Необходимо будет сейчас снять плату и проверить схемотехнику, как туда подается питание. Разбор магнитолы показал дефект. Здесь примерно, если вот так мы поставим. Видим, что 3 технологических отверстия для крепления болтов. Они прямо упираются в FM-тюнер. То есть 1, 2, 3 мы прям давим в FM-тюнер. Итого в нижнее крепление, возможно, был вернут шуруп и повредил нам в данном участке схему. Точнее, вот здесь у нас есть обрыв дорожки питания 5 вольт. Так что нужно будет ее сейчас восстановить. Здесь сделать пометку, что сюда крутить ничто нельзя. И с нижней стороны тоже крутить ничто нельзя. Потому что здесь у нас также находится схемотехника, элементы, которые можно будет повредить. Восстановление методом проводка. Если мы считаем справа налево, то это четвертая ножка у нас, плюс 5 вольт. Питание берется с конденсатора. На конденсатор подается питание у нас с данного шим-контроллера через дроссель 5 вольт. Хорошо, что там ничего не замкнуло, иначе бы здесь погорело что-нибудь. Осталось собрать, включить и посмотрим, сможет ли быть, появится ли прием радио и можно будет искать автопоиска. Если автопоиск пойдет, то это сразу говорит, что приемник определился и прием должен будет работать. Магнитола в сборе, и скорее всего это был заводской брак, так как если посмотреть, что у нас это подобие шурупа, то он у нас попадает четко в тюнер, но никак не в текстолит. Так что, скорее всего, это был заводской брак и механическое повреждение либо при сборке, либо при каких-то других условиях. Магнитола собрана. Включаем радио. Московский джазовый оркестр. Лариса Долина, Сергей Мазаев. Как слышим? Куратов, Фантина, Карлос Эчевари. Звук есть. РДС тоже сработало. И если мы теперь нажимаем далее, у нас идет поиск волны. Как и должно быть, это говорит о том, что тюнер определился и работает. Ранее мы нажимали, не было ответа от тюнера и автопоиск не срабатывал. Что ж, магнитолу можно собрать. Сделать пометки, что если мы будем вкручивать с этой стороны, то с этой стороны у нас, конечно, прям проходит над комплектующими. Сделать пометку, что нужно быть аккуратней при креплении. И на этом ремонт магнитолы завершен.